Возвращаясь к посланию из архитектурного бюро, можно также заметить, что 12.48.75 – это ребус, в котором зашифрованы музыкальные интервалы. Интервал – это расстояние между нотами, измеряемое в тонах и полутонах. 12 – это интервал между соседними нотами 1 и 2. Он называется секунда. Между 4 и 8 – кварта. Между 7 и 5 – терция. Для краткости эти интервалы обозначаются как секунда – двойка, кварта – четверка и терция – тройка. В соответствии с порядковыми номерами пластин металлофона это ноты фа, си, до. Звонить с 15 до 21 указывает на время на циферблате часов. 15 условно равно 3 часам, 21 равно 9 часам. Промежуток между ними, время, в которое можно звонить, это 6 часов. Итак, звонить с 15 до 21 явно указывает на код 369. И кстати, на циферблате аппарата, с которого предлагается позвонить, стрелки расположены как раз. Одна на 15 или 3 часа, а вторая на 21 или 9 часов. В общем, можно жонглировать до бесконечности цифрами из объявления, но мы всегда будем приходить к двум основным кодам 432 и 369. 432 – это частота Вердеевского строя в 432 Гц, к которому и необходимо вернуться. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем. Насчет 432 и 440 – это очень простой вопрос. Попробуйте сами, воспользовавшись простейшей математикой, поумножать, поделить значения частотных рядов. Все будет предельно понятно. Дмитрий Зодчий. Самое простое – берем и раскладываем 432 на простые натуральные числа. 432 делится без остатка на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18. Одно это уже говорит о том, какое разнообразие гармонических возможностей заключено внутри частоты 432 Гц. А если сложить между собой цифры в коде 432, то мы получим девятку, которая является абсолютной гармонией среди чисел. 440 Гц. Из этой частоты нагло торчат уши белых кроликов. Их квадрат с четырьмя сторонами и их любимое сверхчисло 11. 11 – это то, что превыше боговых пониманий. Это их фетиш. 4 умножить на 11 равно 44. К примеру, китайцы панически боятся цифры 4. А все потому, что ее произношение в китайском созвучно слову «смерть». Любая связь с четверкой, будь это номер служебного офиса, домашнего телефона или этаж любого дома, с точки зрения китайской числовой символики, ничего кроме потери несчастья своему обладателю не предвещает. А если посмотреть математически, то 12 минус 48 минус 75 будет равно минус 111. А что дает нам код 369? Если бы вы знали великолепие тройки, шестерки и девятки, то у вас был бы ключ к вселенной. Никола Тесла. Никола Тесла был человеком, глубоко одержимым цифрами 3, 6 и 9. Он утверждал, что эти цифры имеют большое значение для всех, а не только для него. Тесла знал, что существует фундаментальная система, на которую, казалось, реагирует природа. Силы двоичной системы, где модель начинается с одной и продолжается до двух цифр. Таким образом, клетки и эмбрионы развиваются по следующей схеме. Они все время делятся на два, начиная с единицы.
получается ряд чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее. Если в этом ряду сложить между собой цифры в двузначных и трехзначных числах, то мы придем к такому ряду 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 и так до бесконечности. Как вы можете видеть, здесь нет упоминания о тройке, шестерке и девятке. Это похоже на то, что они находятся за пределами этой картины, и они свободны от нее. На треугольниках строится вся тригонометрия, и треугольник есть ее основа. А равнобедренный треугольник является самой устойчивой фигурой. Вспомните конструкцию Фермы. Мы находим множество доказательств того, что природа использует тройную и шестикратную симметрию, например, пчелиные соты. Однако, есть что-то странное, когда вы начинаете удваивать эти цифры. Тройка удваивается в шестерку, шестерка удваивается в 12, что приведет опять же к тройке. В итоге 3 и 6 при удвоении перетекают друг в друга, но в этой схеме нет упоминания о девятке. Это похоже на то, что девятка находится за пределами, полностью свободными от этих обоих образцов. Но если вы начнете удваивать девятку, это всегда приведет опять же к девятке. 18, 36, 72, 144, 288, 576 и так далее. Это называется символом просвещения. Если вы хотите найти секреты Вселенной, подумайте с точки зрения энергии, чистоты и вибрации. Никола Тесла. Итак, тройка, шестерка и девятка участвуют не в материальной, а в метафизической составляющей нашего бытия. В этом и есть глубокая философская истина. И кстати, три шестерки – это тоже своеобразная инверсия 3-6-9. Тройку убрали из девятки и добавили к первой тройке, в результате чего получили так называемое число зверя. Образ поменялся, а содержание осталось. Любители всевозможных инверсий знают сакральные смыслы чисел, в отличие от профанов. Ничего не понимаю. Музыканты слышат мелодию нотами. Код доступа, который звучит, имеет такую нотную запись. И звучит он в частоте 440 Гц. Но парадокс заключается в том, что в фильме простой инструмент, такой же был в древности, и он не может по определению давать диезы. Поэтому та мелодия, которая звучит в фильме, это мелодия расстроенного инструмента. Современные металлофоны имеют хроматическое устройство. Там больше пластин, и играть можно в любой тональности, с диезами и бемолями. Это первое несоответствие. Положение металлофона не соответствует мелодии. Мелодия идет вниз, а удары по пластинам идут от длинных пластин к коротким, то есть от низких звуков к высоким. Инструмент надо перевернуть. Это второе несоответствие и снова инверсия. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. И третье – это то, что удары по пластинам издают звуки, не соответствующие нотам этих пластин. Ничего не понимаю. А знаете почему, когда свой сыграл мелодию, ничего не произошло, а когда Сгай ее сыграл, то врата открылись? Потому что они играли разные мелодии, которые отличаются всего лишь на одну ноту. Свой бьет по пластинам так, и ничего не происходит.
Сга бьет по пластинам так, и ворота открываются. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. А они...